Приветствую. Относительно моей ситуации, произошедшей со мной в СМ Клиник, той, что находится на проспекте Ударников в Санкт-Петербурге. 28 сентября я был записан на процедуру ФГДС сразу после состоявшегося концерта. Принимал меня врач-эндоскопист по фамилии Дзыкуя. Вся процедура проходила под наркозом, фамилия анестезиолога Коваленко. В СМ Клиник я приехал без малейших признаков недомогания. Мне поставили наркоз и начали процедуру. Когда я пришел в себя после проведения процедуры, я почувствовал сильную боль в горле, о чем сразу же сообщил врачу-эндоскописту. Врач авторитетно заверил меня, что к вечеру боль пройдет, после чего я отправился домой. Близился вечер, боль в горле усиливалась, к ночи у меня совсем пропал голос, появился сип на выдохе и затруднилось дыхание. С утра я отправился к фониатору в другую клинику. В горле был обнаружен сильный отек, а также повреждения на зеве. Будучи более чем уверенным, что процедура мне была проведена агрессивно и непрофессионально, я обратился в СМ Клиник с жалобой. После двух визитов, первый с документацией, второй для беседы с главврачом, мне предложили вернуть стоимость ФГДС. Также в ходе беседы с главврачом выяснилось, что эндоскопист использовал уксус в процессе проведения процедуры, и я не врач, я не знаю, насколько это нормально, но звучит диковато. Также меня осмотрел их местный лор по фамилии Луцевич, по-моему, подтвердил то, что я болен, но ссадины, естественно, никакой он не увидел. Разумеется, в клинике отрицают малейшую возможность нарушения санитарных норм врачами. В данный период времени для скорого восстановления своего состояния я вынужден принимать курс антибиотиков. Ну и, собственно, к процедуре, стоившей практически 20 тысяч рублей, приплюсовались расходы на гору медикаментов, чтобы восстанавливаться после этой процедуры. Отдельно меня позабавил такой момент, наравне с тем, что руководство СМ-клиники отрицает то, что в их учреждении возможны такие грубые нарушения. Когда я приехал, повторно привез документы, подтверждающие повреждения и мой недуг, меня встретил администратор с воспаленным глазом. Я спросил, а что у вас с глазом? На что администратор ответил, что у него конъюнктивит. Ситуация вдвойне досадна для меня, потому что я уж точно не являюсь хейтером российской медицины. Мне чаще везло со специалистами, я думаю, будет продолжать вести. Но этот вопиющий случай, мне хочется, чтобы он не оставался без внимания.